Дивіться сьогодні. Мольфар розвіє дурман у скаліченій душі. Син був сенсом її життя, та його оповило безпросвітне павутиння. Зло затьмарило його розум, і тільки ти, як матір, можеш його звільнити. Очнісь, я прошу тебе, синочка! Чи можна повернути живого мерця з темниці? Зачем ти прийшла? Уході. І чим вона пожертвує, аби вирвати його із пазурів гарпії? Другієма! Лихо, яке полонило Андрія, має неабияку силу. Я можу вбити його прямо сейчас. У нас в Карпатах є місцина, куди не ступала нога випадкового подорожнього. Тут, на Білому озері, живе Мольфар. Він віщує майбутнє, відводить біди і зцілює хворих. Проте допомагає мій господар не усім, лише тим, хто має чисте серце. І платить він за свою допомогу страшними болями. Андрюша! Андрюша? Андрюша, що з тобою? Погане видіння? Так. Жінка не може знайти свого сина. Вона ще не знає, через яке жахіття їй доведеться пройти. Син Віри Петренко того дня не повернувся додому та вимкнув телефон. І серце матері перечувало. Сталося лихо. Зачем же ты телефон отключил? Я обзвонила всех друзей и одногруппников сына, своих знакомых, подруг, но никто не знал, куда он исчез. Он утром вышел на пары, а до института так и не дошел. Андрюша, где ты? Меня бросило в дрожь. Внутренний голос подсказывал, что мой сон вещий, и Андрей сидит где-то одурманенный и связанный. Настав ранок, а від сина досі не було жодної звістки, тож Віра перейшла до рішучих дій. Больница? К вам не поступал Андрей Петренко? 22 года, голубые глаза, среднего роста. Поступал похожий? Он жив? Я еду. Избили сильно. По описанию, похож вроде. Документов с собой не было. Я не знаю, как вы его узнаете. Своего ребенка я всегда узнаю. Поверьте. Это не он. Родинки нет. Может, это и к лучшему. На этом парне живого места нет.
сказать. Мне тогда что делать? Где мне сейчас моего сына искать? А вы не пробовали звонить в 435? Это справочная, они занимаются поиском людей. Если кто попал в больницу или в участок, они находят и сообщают. Ну, а если не в больницу, если не в участок, ну, тогда где? Ну, не знаю даже. Хотя была у нас одна история похожая. Пропал мальчик. Мама долго его искала. И нашла в каком-то заброшенном сарае. Хулиганью постаралась. А как это у нее получилось? Как она его нашла? Помогли ей. Один человек. Вы только не смейтесь. Она сказала, знахарь. Живет в Карпатах, на Белом озере. Я никогда не верила в мистику, и поэтому решила искать Андрюшу по номеру, который мне дала медсестра. Но там мне ответили, что никого похожего не регистрировали. Ну, не переживайте, Андрюша обязательно найдется. Вот увидите. Как? Я заявление в полицию уже отнесла. Я объездила все больницы, все морги. Нигде нету. Татьяна Петровна звонит, тоже волнуется. Да, Татьяна Петровна, сын у Веры Ивановны пропал. Да. Что вы говорите? Да. Я поняла. Я обязательно передам. Спасибо большое. Татьяна Петровна говорит, что ее родственнице тоже был подобный случай. И ей помог какой-то знахарь из Карпат, с Белого озера. Ну да, странно, но... С Белого озера? Когда я во второй раз услышала об этом озере, я поняла, что это не совпадение. Видимо, этот человек и правда помогает. Я должна была ехать, потому что другого выхода все равно не было. Эй! Вера? А вы кто? Я перевізник. Слугую Мольфарові. Сідай в човен, Мольфар чекає на тебе. Здравствуйте. І тобі добрий день. Дай руку. Він у пастці. Господи, його похитили. Можна і так сказати. Він у полоні, але не у фізичному. Зло затьмарило його розум. І тільки ти, як матір, можеш його звільнити. Так де ж мені його отыскати? Я допоможу. Коли повернешся додому, починай розплутувати вузли. По одному за раз. Кожен з них
Це ланка ланцюга, який приведе тебе до твого сина. Бери. Не треба квапитися. Я ж кажу, це треба робити вдома. І читаючи наговір, я скажу, який. Чому ви не можете мені сразу все сказати? Бо я не маю права втручатися, вибач. Ти маєш все зробити сама. І будь обережна. Лихо, яке полонило Андрія, має неабияку силу. І ігри з ним дуже небезпечні. Це все? Увы, я не узнала всего. Но я поверила Мальфару. Он дал мне надежду, сказал, что мой сын жив. Повернувшись додому, Віра вирішила одразу виконати настанову Мальфара. Та жінка сумнівалася, чи справді отримає допомогу. Сили неба, сили землі, прошу, вкажіть шлях, дайте дізнатися, що з моїм сином. Удивило, что из сумки выпал листок с контактами Милы. Я особо с ней никогда не общалась, да и Андрюша тоже. Да и вообще, она уволилась с нашей фирмы. Правда, была одна странность в ее поведении. Вера Ивановна, вам звонили из главного офиса и требовали генплан. Немедленно. И тебе, Мила, доброе утро. Мне им что сказать? Мила, скажи, что я сама им перезвоню через час. Они сказали, это срочно. Я вас прикрывать не собираюсь. Мила, твоя работа не прикрывать, а передавать информацию. Информацию ты получила. Отлично. Всем здрасте. Привет, привет. О, Андрюша, что-то случилось? Ключи забыл, не могу домой попасть. Дашь свои? Ну, конечно, сейчас. А, Вера Ивановна, а это что, ваш сын? Да. Мила, очень приятно. Чаю хотите? Нет, спасибо. Я спешу. Пока. Мила была на удивление стервозной, но рядом с Андреем она просто таяла. Вскоре после того, как она уволилась, Андрей пропал. И я вдруг подумала, а что, если это не совпадение? Алло, Мила? Да, а кто это? Это Вера Андриенко из отдела проектирования. Мила... Я ищу своего сына. А я-то тут при чем? До свидания. Ее тон показался мне слишком резким. Она, конечно, никогда не отличалась вежливостью, но до такой степени. О, Галочка. Вот, держите. Наталья Евгеньевна, главная по кадрам, она, конечно, удивилась, зачем вам адрес Милы. Но я сказала, надо по делу. Спасибо, Галочка. Я поеду. Вы думаете, она что-то может знать про Андрюшу? Ну, думаю, что да. А что? А, подождите, я еще кое-что узнала про Милу. И что? Вы знаете, сколько ей лет? Ну, я думаю, что лет 30. А что такое? Ей 45. Сколько? Представляете, я случайно увидела в базе и сама обалдела. Меня, конечно, поразил возраст Милы. Но в тот момент я думала не об этом. Я думала только о сыне. Віра приїхала за вказаною адресою, але й гадки не мала, яке жахіття там побачить.
Андрюша? А что ты здесь делаешь? Зачем ты пришла? Господи. Ну что значит зачем? Да я же весь город перерыла, а ты, оказывается, все это время был здесь. Я имею право находиться там, где я хочу. Андрюша, что с тобой? Я тебя не узнаю. Ладно, тебе пора. Андрей, опомнись. Поехали домой. Мой дом здесь. Я люблю ее. Что? Да она тебе в матери годится, Андрей. У нас нет с ней отношений. Мне просто хорошо с ней рядом. Я не верила своим ушам. Мой сын влюбился во взрослую женщину, собрался с ней жить, и при этом у них все было платонически. Куда ты идешь? Поговорить с ней хочу. Ее нет. Уходи. В кухне я увидела чайник с заваренными травами. И вспомнила, что за несколько дней до исчезновения сына Мила угощала его своим травяным чаем в офисе на работе. Вкусный чай. О, мам, привет. А я тебя тут заждался, даже чай успел погонять. Извини, сын, опоздала. У нас просто в отделе такой завал. Спасибо за чай. До свидания. Пока, Андрюша. До свидания, Вера Ивановна. Мам, а чай правда вкусный. Ты пробовала? Нет, не пробовала. Меня не угощали. Вот этим она тебя поет, да? Что она с тобой сделала? Ничего, уходи. Андрей. Тебе пора. Да что же такое творится? Прошу вас, сили землі матінки, тієї, що дає нам життя, допоможи іншій матері врятувати своє дитя. Дай підказку, дай знак. Алло? Вера, здравствуйте. Это Соня Осипова, коллега из отдела делопроизводства. Мне нужно кое-что вам сообщить. Я удивилась. Мы с Соней практически-то и знакомы не были. Так виделись пару раз в коридоре. С чего она вдруг позвонила? Да еще и сказала, что сама придет. Галя, коллега, мне все рассказала. Я решила сразу же позвонить вам. Скажите, пожалуйста, чем вы можете мне помочь? Ну, вообще-то, когда-то давно мы с Милой были подругами. Я понимаю, что звучит это странно. Я тетка. Она такая молодая красавица. Но вообще-то мы с ней однокурсницы. И выглядели когда-то одинаково. Только я потом постарела. А она осталась такой, как была. Как это? И при чем тут мой сын? Только обещайте мне, что то, что я сейчас расскажу, дальше этой квартиры не пойдет. Конечно, я обещаю. Рассказывайте мне все. В общем, все началось с того, что Мила устроилась секретаршей на одну фирму. Закрутила там роман с шефом, хотела удачно выйти замуж, даже специально забеременела. Ей тогда 27 лет было. Но не сложилось. Он ее бросил. Шеф взял себе новую секретаршу, 18-летнюю, без особых претензий. Так, и что дальше? Ну, а дальше Мила родила ребенка, бросила его. Потом, правда, найти пыталась, не получилось. Ну, это потом. А на тот момент она все ходила и думала, что она сделала не так. Решила, что все дело в возрасте. Что будь она помоложе, шеф непременно бы на ней женился.
Интересная логика. Я ей тоже так же говорила, но кто ж меня послушает. Мила буквально помешалась на теме омоложения. Она подтяжки делала, по салонам бегала. Толку не было. Тогда-то она и купила свою первую книгу о магии. Магия? Она даже на Гаити поехала. Ей кто-то сказал, что вудуисты много чего умеют. Только не говорите мне, что она своего добилась. Добилась. Год она прожила на Гаити, а потом вернулась. Да такое, что я ее не узнала. Она действительно помолодела. А как же это у нее получилось? Ее обряду научили. Черному. На крови, вуду, иглах, куклах замешанному. Так, а мой сын при чем и зачем он ей нужен? В этом-то весь и смысл. Молодых и здоровых к себе привязывать, чтобы потом ритуалами у них силу вытягивать. Боже, чушь какая. Вот другие матери мне тоже не верили, когда им пыталась правду рассказать. Зря. Я правда не могла в такое поверить. Омоложение за чужой счет, да такое только в книгах бывает. Так я тогда думала. Андрюша, сынок. Как, сын? Скажи. Другие. Другие. Другие, мам! Какие другие, Андрюша? Соня, извините, что так поздно. Я просто подумала, а может, у вас есть контакты тех матерей, мальчиков, про которых вы мне рассказывали? Я думаю, мне стоит с ними поговорить. Я поняла, что должна лично увидеть хоть одного мальчика, о котором мне рассказывала Соня. Понять, что ее рассказ – это правда. И потом, может быть, те, кто прошли через это, могли бы мне помочь, дать подсказку, что делать. Где у вас 850-я палата? А вот он, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Вы Оля? Это я вам звонила. Вы от Сони, да? Я даже не знаю, чем я смогу вам помочь. Вы скажите, где ваш сын? Да вот же он, перед вами. Вы это серьезно? Да, все думают, что это мой муж. Но это мой сын, Женя. Ему всего 27. Вы можете в это поверить? Как так? Это все моя вина. Мне надо было Соню сразу послушать. Но я-то думала, что она сумасшедшая. Я думала, он поживет с этой мразью и домой вернется. Боже, какая же я была дура. Так как же это все случилось? Я его в больнице обнаружила. Через 3 месяца после того, как он из дому ушел. Знаете, какой диагноз врачи ставят? Прогерея. Это преждевременное старение в комплекте с болезнью Эльгеймера. Как это врачи объясняют? Да никак они не объясняют. Говорят, генетическая мутация в каком-то там белке. До этого не было, а тут раз и появилось. Это лечится? В том-то проблема, что нет. Это можно притормозить этот процесс, оттянуть момент смерти, ну, на год, на два максимум. Боже мой. А ваш сын сейчас с этой тварью? Да.
Я не знаю, как его оттуда вытащить. Мне Женя кое-что рассказывал, когда в сознание приходил. Даже не знаю, поможет ли это. Она дала мне подсказку, что делать. Я решила воспользоваться ее советом. І жінка зважилася на ризикований крок, аби спинити Мілу раз і назавжди. Ти знову прийшла. Андрюша, ти виглядаєш зовсім больним. Уході. Поки я не зроблю те, що повинна, я не уйду. Прекрати, что ты делаешь? Тебе этого знать не надо. Зачем ты трогаешь ее книги? Чтобы она их не трогала. А без них она ни на что не способна. Оставь их! Я спасу тебя. Милый, ты станешь таким, как был раньше. Я тебе обещаю. Мать Женя дала мне хороший совет. Забрать все книги, травы, прочую дрянь, а потом сжечь. Я решила, что без книг она не сможет больше вредить. Как же я пожалела об этом решении. Господи, какая мерзость! Я только диву давалась. Сколько же всего-то тварь насобирала. И все ради одной цели – быть молодой и красивой. Алло! Если ты хоть что-то сделаешь с книгами, то очень сильно об этом пожалеешь. Ты отняла у меня сына. Ты превратила его в старика. Что ты еще можешь мне сделать, ну? Да я могу убить его прямо сейчас. Верни книги в целости и сохранности. И все то, что забрала. Андрюша, скажи громко, что я попросила тебя сделать? Захлебнуться. Еще раз. Захлебнуться. Слышала? Отпусти его. Слышишь, немедленно! Отпусти! Слышишь ты, условия тут диктую я. Но я привезу тебе сына. Такой. Он мне больше не нужен. Хорошо. Хорошо. Только ты должна вернуть мне сына живым. Только в тот момент я поняла, что натворила. Эта сумасшедшая правда могла убить Андрея. И никто бы ничего не доказал. Как же я пожалела, что забыла о словах Мольфара. Он же говорил мне, что с ней надо быть осторожной. Міла стримала слово. Але побачивши сина, матір ледь не зомліла. Андрюша. Что ты с ним сделала? Я же сказала, правила здесь диктую я. Книги где? Боже мой. Андрюша, ты меня слышишь? Андрюша, ты меня слышишь? Где еще две? Где еще две книги? Можешь вон там пепел подобрать. Что? Я же сказала, книги должны быть в целости и сохранности.
Я была в отчаянии и совсем не думала, что эта ведьма сделала со мной. Мне нужно было спасать сына. Казалось, он мог умереть прямо у меня на руках. Доктор, что с ним? Мы думаем, что у него прегерея. Редкая мутация белка. Нет, не надо. Не говорите мне этого. Вообще-то в мире всего 50 людей, живущих с подобным диагнозом. Но странно, в нашей больнице это второй случай. Доктор, ну вы же сможете ему помочь. К сожалению, прогерея неизлечима. Но мы сделаем все возможное, чтобы состояние вашего сына стабилизировалось. Я хотела помочь, а сделала только хуже. И поняла, что Андрею может помочь только Мальфар. Дорогою до Білого озера Вірі стало зле. Та жінка ще не знала, яка смертельна загроза над нею нависла. Рано здалася. Візьми, випий. Це Мальфар передав. Да уж. Спасибо за отвар. Думала, что умираю. Так и было. Ты помирала. Ну ничего, теперь в тебе будет все добре. Ну и это минеться. А сын? Как же он? Вы сможете его спасти? Дай ему этого відвару, ему станет лучше. Але остаточно его врятувати ты маешь сама. Что надо делать? Вдома розв'яжи останній вузол. Пам'ятаєш, що треба казати? Да, я все помню. Це нагадає тобі дещо. Про річ. Важливу річ. Важную вещь? Так. А потім материнське серце підкаже тобі, що робити далі. Ну, я не понимаю. Збагнеш, а я допоможу у потрібну мить. Сили неба, сили землі, ті, що дають життя. Допоможіть мені врятувати мою дитину, бо немає нікого дорожчого у матері, чим її дитина. Єдина, рідна. Вообще-то, это все не совсем про меня. Андрея я усыновила, когда узнала, что не могу иметь собственных детей. Но я всегда его любила, как своего родного сына. Что-то управляло. И я сама не понимала, зачем решила достать детские вещи сына.
Господи. И тогда я все поняла. Ничего себе! Какие люди! А ты смелая, раз сама ко мне решила снова заявиться. Странно, как ты вообще еще ходишь. А ты не переживай, со мной будет все в порядке. А пришла я, чтобы показать тебе одну вещь. Я думаю, ты ее узнаешь. Узнаешь? Откуда он у тебя? Можно подумать, ты не знаешь. Нет, 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 не говори мне этого. Мне кажется, тебе нужно проведать своего сына. Именно этот кулон был на шейке Андрюши, когда я забирала его из приюта. И точно такой же кулон я видела у Милы на шее, когда она на пустыре держала меня за руки. Андрюша. Что же я натворила, Андрюша? Ила, ты пришла. Забудь все. Забудь. Я не хочу, чтобы ты этого помнил. Почему? Закройте дверь и никого не впускайте. Закрой глаза. Спи. Когда ты очнешься, все уже будет по-другому. Спи, мой хороший. Тебе лучше уйти. Я не брошу сына. Это мой сын. Это мой сын, и я здесь останусь, ясно? Хорошо, как хочешь. Лэгбаджи, я обращаюсь к тебе и к детям твоим. Я прошу снять колдовство с этого человека. Я разрываю все связи, которые были созданы между нами. Я очищаю его от всего. Создаю новые связи. Связи матери и ребенка. Прекрати! Прекрати! Да как ты смеешь? Это я как смею? Ты мне говоришь? Та, которая использовала людей ради собственной прихоти. Которая использовала даже своего сына. Я не знала, что он мой сын. А теперь ты хочешь привязать его магией. Чтобы опять его забрать? Не выйдет! Я его мать! Я его мать! Ты никто! Сила земли. Сила неба. Сила вогню. Допоможіть матері подолати лихо. Дайте їй сил. Дайте їй мудрості. Допоможіть повернути дитину, яку вона виростила. Іменем Лекбіджи я создаю нові зв'язки. Нерозривні родові зв'язки.
сили вищої справедливості. Прошу про допомогу та чесний суд. Нехай кожен отримує те, на що заслуговує. Як ти смієш? Ти же сама його бросила. Это я его воспитала. Это я слышала его первое слово и видела первый шаг. Заткнись и не мешай мне сейчас. Тебе уже никто не поможет. Мама. Сын, родной. Что тут происходит? Андрей, ты помнишь меня? Вообще-то помню. Это ты меня держала в заперти. Ты все помнишь? Убирайся, дрянь. Андрюша, послушай, я твоя мама. Родная мама. Она что, совсем больная? Сумасшедшая. Сестра, скорее! Замолчи! А что здесь происходит? Господи! Что это? Позовите санитаров, пожалуйста. Вы же видите, эта женщина сумасшедшая! Мам, может, меня уже домой отпустят? Я здесь неделю. Непонятно зачем. Все же хорошо. Ну, потерпи еще немножко. Доктор сказал, что тебя пару дней надо еще понаблюдать. Хорошо. А ты как будто он похорошела. Даже глаза начали светиться. Ну, конечно же. Ты же выздоравливаешь. Привет, привет. Как я рада вас видеть. Та-дам! Пироженки для Андрюши. Девочки с работы передали. Спасибо. Слушайте, ой, сиди, сиди, сиди. Слушайте, вы про Милку-то новой слышали? Не слышали и слышать не хотим. Да ладно. Вся больница об этом гудит. Я здесь 5 минут только, уже все знаю. Рассказывай. Так вот, ее ж отсюда психушку забрали. Ой! Как она орала! Ругалась! Говорила, что всех проклянет, порчу нашлет. Ну, короче, чушь ахинея полная. А потом вдруг замолчала, соображать стало плохо, ходить тоже. Ее посадили на инвалидную коляску, так она до сих пор там и сидит, и встать не может. Доктора говорят, что первый раз в жизни такое видят, чтобы человек за неделю превратился в полную развалину. Представляете? Вообще-то справедливо. Точно. Верочка. А ви похорошили. Справжня краса та молодість в очах, в душі людини. А те, що ззовні, показовий блиск, який не приносить ані добра, ані щастя. Любіть, даруйте тепло, радійте життю. Ось що робить людину молодшою, красивішою, що скидає з нас 1-2 десятки років. Саме це і є справжній секрет молодості.